Ребята, всем большой приветик! С вами по-прежнему Верифон, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Paint the Town Red! Всем привет, ребята! Ну что ж, друзья, сегодня у нас будет прикольная карта! Наше приключение в этой игрушке продолжается! Мы продолжаем устраивать самую невероятно эпичную мясорубку, ребят, с огромным количеством смертей, крови и все, что вы любите, ребят! Вот, как я сказал, карта у нас уже похожая. Предыдущая как-то серия у нас была, у нас был город, Андрюх, помнишь? Который находился высоко в воздухе. Это что-то похожее. Да, это что-то похожее. И пираты, и римляне вроде как. Да, и даже есть повара, и вот повар спрашивает повара. Какова твоя профессия? Моя профессия повар. А я милиционер. Врач. Да, а моя профессия врач. Ладно, друзья, ну что ж, мы надеемся, вы поставили большой палец вверх. Так я вот, братан, и подкачался перед нашей мясорубкой. Ну ладно, красавчик. Я вот взял гриф, братан. Ну что, ребят, с вас лайкусик, а мы начинаем. Пойдем рубить поваров? Да, Андрюх, пойдем рубить поваров и побежали прям вот так. Бам! Получает. У меня, правда, пушки больше, брат, нет? О, я лопату взял. Я взял лопату, брат, и начинаю тут всех просто уничтожать. Да, да тут все, по-моему, тут целая тусовка, брат. Да, погоди, я так долго убивал одного челика, просто капец. Давай тебе помогу, братан, он замахивается ножом мясницким. Офигел вообще. Вот здесь, вот сзади, сзади, брат, сзади встал труп. Вижу, босс. Нажимают, брат. Нас зажимают! Шоквейн! Отвалите все! Офигеть! Господи, брат, что за мясо? Надо босса убить! Смотри, а что это за боец все. Такой? Все, нифига боец себе, спал! Клуб тут. Смотри, как он висит, братишка! Он ребят, это просто лайк. Смотри, вообще! Еще босс. Ой! Смотри, да! Еще второй с куском. Воу, мяса. Тут сразу два босса! Что? Ну-ка, с куском мяса! А, нет, все, я его замочил, брат, я его прикончил. Погнали. Офигеть, погнали, вот еще погнали, бегут. Спарта! Давай-ка, ну-ка, давненько Спарты не было, давай-ка давай. Попробуем. Ну-ка. Опа! Хорошо, но просто нету никого рядом с этими с обрывами. Тихо, нифига, стоп. Они небольшие, небольшие. Погоди, а у меня вообще как будто из невидимости появился босс вот этот заключенный. Лол, прикольно. Спарта! Да, полетел, братишка. Да, жестко. Пойдем куда-нибудь наверх забежим. Да, надо посмотрим, что там такое. Пойдем, будем защищать территорию. О, смотри, тут прям... у нас бильярд, чисто братик. Бар. Ну-ка, чисто... смотри-ка. Смотри, ружье бам! Под этим. Ну-ка, где? Димон, опа. Бери ружье. Сейчас с табуреточка тебе... его. Тыкс. А, попал, а блин, ружье, в этот. Не, хочешь не попал. Ну-ка, бам. Хорошо, братан. Смотри, смотрите, ребят. Убойная сила. Трипл килл. Офигенно. О, гитаристы. А давай-ка их вот так с партой. Давай их с партой. Да, все. По кайфу. Ну давай, брат, теперь, короче, пой. Все, вставай. Я буду на барабанах. Они тоже встали, понятно. Во, сейчас возьму гитару и буду гитарой по барабанам. Давай. Давай. Бам-бам-бам. Читай, брат. Все, зачищаем мы Pitfall 1, ебой, ага, давай, погнали, да. Брат, ну ты неплохой рэпер, что я хочу сказать. Это как фристайл, импровизация. А, это был рок? Это был рок? Нет, должен быть рок, но зачитал рэп. А, ну ничего страшного, нормально. Окей, где моя это? Я профукал. Я профукал, братан. Да, ну там ладно, там был один патрон, ладно, ничего страшного. Короче, пойду поищу что-нибудь. Во, кий. Вот тут есть кий. Я буду кем драться. Давай будем поиграем в бильярд. А, давай, братан, давай, я играю за черные. Смотри, она жопа сейчас забьет. Бам, нет, не забьешь, ой, не забьешь, не забьешь, нет. А можно тебе спарту сделать вот туда вниз, нет, нельзя? Ну, нельзя, брат, так бы я... ты чё? Ты чё пугаешь? Мне бы пришлось одному сражаться среди этих всех головорезов, братан. Очень много людей, да. Так что погнали, нам нужно пойдём. Поработать хорошо. Пойдем, вот вниз тут вот тут можем спуститься, да, давай спустимся. А тут, вон, вижу где-то пацаны. Главное не падать и не смотреть. Да. Нет, туда мы не добежим, лучше так. Не будем. А мы вообще в тупике, братан, надо бежать. Да, походу, в тупике нужно бежать обратно. Давайте, друзья, бежим, смотри, там еще на крышах, и посмотри, какие гигантские лестницы вон там прямо, братан. Куда-то прям наверх ведут. Обязательно нужно. Да. Давай вот тут показаться. А о, были, тут мафиозники решают. Смотри, вопросы. Мафиозники. Так, мы сейчас, короче, ребята, забираем у вас все деньги. Вы нам, короче, вообще задолжали. Куда побежал? А Спарту не хочешь? А Спарту не хочешь? Офигеть, просто. Полетел, жалко, не могу его оружие подобрать. Да, я тоже ничего не могу сделать, братан, вообще. На тебе, на расчесочку тебе, на почесал. Блин, а у меня нет пушки, надо что-то найти. Может, где-то здесь что-нибудь есть? Не знаю.
смотрели? Не знаю, я внизу, я братан. Во, все, я взял дубину, брат. Я взял биту себе. У меня есть, сам знаешь. О, стул. Так закинем туда, закинь вон пиратам стул, давай. Брат. Закидывай. Пираты, вот там стул. На, а он отбил. Он как будто отбил, такое ощущение, да. Смотри, тут о, смотри. Дискотека прям самая настоящая, брат. Нифига себе. А что это за такие вот... О, я нашел биту. Что это за шары такие или что это? Диско-шарики? Похоже на голову из Майнкрафта, брат. Мне так кажется, знаешь, да? Немножко похоже. Пасхалочка такая. Да, офигеть, ребят. И оно еще толкается, вот я скинул вниз. Что там? Ну-ка. У меня голова из Майнкрафта. Да. Нет, но это-то понятно. Это-то понятно, но просто лежат. А что там делают римляне? Я не знаю, по-моему, они сходят с ума, брат. Но потом мы к ним придем. Я не знаю. Можно их потом закидать как-нибудь будет, не знаю. Можно прыгать, да? Ну да. И пойдем теперь наверх, брат. Пойдем посмотрим, что у нас там сверху происходит, друзья. Вау, так тут дискотека настоящая самая. Офигеть. Дискотека и без нас? Смотри, смотри, брат, смотри, что я придумал. Пацаны, дискотека и без нас? Как это? Невозможно. Офигеть. А куда они разлетелись, брат? А куда? Все, их нет. Офигеть, друзья. Некоторые остались, вот конечно, это да. Вот это шоквейв, брат. Вот это, я думаю, крутяк вообще. Ладно, теперь смотри. Мы тут с тобой стали королями, получается, танцпола. Давай, брат, зажигаем. Давай, иди танцуй, потому что у нас сегодня кровавая мясная вечеринка, братишка. Ой, смотри, он убегает. Так что все в своих руках. Попал? Давай, кидай. Нет, не попал. Блин, ладно. Ну все, добро пожаловать на мясную вечеринку. В главных танцорах Фоня начинает дэнс. Нифига ты как. Смотри, прикольно прыгает. О, спасибо, братан. Спасибо, спасибо, братишка, это было очень круто. Ладно, пойдем, брат. Спасибо. Смотри, вон он. Вон он стоит. Смотри, смотри, смотри. Смотри. Он подходит. Спарта! Просто я ожидал упал. Офигеть, пойдем с сюрикенами, закидаем вот этих вот пацанов. Вон они. Римлян, что ли? Да, да. Не попал! У меня есть гребень. Ну, кидай его. Да, почесал сердечко ему. Почесал. Да, смотри, тут есть, короче, вот, брат, заключенные. Мы также врываемся. Нифига хорошо. Это просто жесточайший... Брат, только мне драться нечем. О, дубинку нашел. Нормально. О, нифига он меня... Нифига он меня больно ударил. Нормально, больше половины. Так, ничего вот они стоят. Нормально. Дядя полицейский, а помогите. С собой, другом? А я не знаю, так, может они переоделись? Может, может просто переоделся. Это... Смотри, вот, это без одежды! Вот! Так не, он переоделся в полицейского, а свою одежду выкинул, братан. Все логично. Ну да. Все четко, вполне. Как бы, или нет. А, полицейский забрал у него одежду, понял? Вот, точнее, заключенный. Может, они не я не знаю, может быть. Академии, в общем, все возможно в этом мире. Блин, карта, друзья, невероятно крутая, братан. И пойдем, может, вот сюда. Смотри, а, че, куда? В крови. А, эти тренировочки. Смотри, к нам идут братишки. Ну-ка. А нам идут братишки. Ну-ка. К нам идут братишки. Но они до нас не дойдут, потому что я подрубил палец Бога. Да. Беру теперь топорчик, братан. Слушай, мне кажется, у нас теперь... Беру теперь шоквейв. И вот так. Лето в каждых играх. Да, мы теперь к лету готовимся. Блин, ребят, кстати, ставьте лайкусик, если вы ждете лето, теплую погоду, летние каникулы. Если вы ждете, как будете купаться в речке, в озере или в море. А также, друзья, будете кататься на ляське. Поэтому лайкусик поставьте. А у нас тем временем с андроидом 9 врагов осталось. Только, брат, погоди, давай сначала всех их как бы убьем вот здесь. И потом выпьем. Давай. Я умер, брат, я умер. Но если что, я могу доделать. Давай, брат, если что, ты добивай всех, братан, потому что осталось не так много. Блин, а как за тобой последить, братан? А, вот, камеры, я вот летаю, камеры, но тут только одну вижу. А, вон, вижу, кусочек тебя, брат, видел. Карта потная, начнем с того, что очень много боссов и оружия мало. Офигеть, и просто он меня убил, ребят, за секунду, вы понимаете? Это просто круто. Ну а пока Андрюха, друзья, убивает пока там врагов, потею. Пока остается, я хочу у вас спросить, ребят, что вы будете делать летом? Какие у вас планы? Реально, может кто-то поедет, друзья, отдыхать к бабушке в деревню? Может кто-то поедет на море или на речку? Вообще, чем вы будете, друзья, заниматься? Это действительно интересно. Остается последний враг. Андрюха сейчас его быстренько, конечно, убьет. Хорош!
Просто Андрюха вообще красавчик. В общем, ребят, живых остался у нас только Андрей, и это было круто. Ну, я тебя могу отнести в больницу, братишка. Да, ну, потом, конечно же, и отнесешь меня в больничку. Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас ролик получился. Я, к сожалению, умер, но вы особо не ругайтесь в комментариях, а лучше напишите, какой Андрей молодец. В одиночку все доделал, это круто. Ну, это было потно, братан, мы с тобой красавчики, да. И, ребят, не ругайтесь. Да, ну что ж, не забудьте подписаться на все наш канал, на этом наш ролик заканчивается. Обязательно подписывайтесь на канал Андрея, также на мой второй канал, все ссылочки будут в описании. Смотрите на наш канал и ролики, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. В описании будут ссылочки на наши социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела, обязательно туда подписывайтесь. А на этом у нас все, мы желаем всем всего-всего самого наилучшего, всем удачи, ребят, хорошего настроения, не болейте, успехов, спасибо за просмотр и пока-пока! Всем пока, ребята!